Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим рыбу по-китайски, а на гарнир у меня будет картофель. Для приготовления рыбы нам потребуется 5 стейков любой рыбы. Я взяла форель. Общий вес стейков у меня 550 грамм. Для соуса нам потребуется небольшой кусочек имбиря. Имбирь необходимо брать свежий, он отбивает запах рыбы. Достаточно 5 грамм. Любите поострее, можно взять 10 грамм. Обязательно берем зеленый лук, 20 грамм. Острый перчик, он потребуется нам не весь, в зависимости от того, какой остроты вы хотите рыбу. Я возьму всего 1/3 часть красного перца. Для соуса нам потребуется 4 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 2 столовые ложки воды, по пол чайной ложки соли и сахарного песка. Смесь перцев или черный молотый перец по вкусу, что вы больше любите. Ну и примерно 700 грамм картофеля на гарнир. Готовим соус к рыбе. Смешиваем 4 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки яблочного уксуса. Можно взять рисовый уксус, винный. Ну, то есть процент должен быть от 3 до 6, не больше. Добавляем 2 столовые ложки воды. Раз. Два. Добавляем соль и сахар по пол чайной ложки. Добавляем натертый на мелкой терке имбирь, мелко порезанный острый красный перчик. Я взяла 1/3 от стручка. Стручок у меня весом 20 грамм был. Добавляем половину зеленого лука, тоже мелко порезанного. В получившийся маринад отправляем кусочки рыбы и хорошо перемешиваем. Оставляем их при комнатной температуре на 20 минут. Кусочки рыбы выкладываем так, чтобы они были одним слоем полностью в маринаде. К рыбе добавим немного черного молотого перца или смесь перцев. Я добавляю буквально 1/3 чайной ложки. Еще раз переворачиваем и оставляем мариноваться все кусочки. В чашу мультиварки выкладываем некрупно порезанный картофель. К картофелю добавляем чайную ложку соли. Картофель заливаем холодной водой. Так как на режиме пар в этой мультиварке очень активно все выкипает, я добавила 1,5 литра воды. Рыбу я положила в корзину пароварки, предварительно постелив в фольгу, без соуса, то есть сверху просто выловила оставшийся зеленый лук и острые перчики, посыпала рыбу. Закрываем крышку мультиварки. Чтобы рыба и картошка успели приготовиться, готовить буду на режиме пароварка 35 минут. Это у меня режим овощи, можно просто выставить 35 минут. Время с момента запуска программы. Если у вас время с момента закипания воды, уменьшайте на 5-10 минут время. Время истекло, рыбка готова. А из картошки я буду делать картофельное пюре, можно оставить отварной. Рыбка получается очень вкусной и сочной. При подаче на стол я украшаю ее зеленым луком и колечками острого перца. При желании ее можно сбрызнуть еще соком лимона и полить маслом. Я поливаю жидкостью, которая выделилась при приготовлении. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!